Используем ступку и пестик. А потом 4 яйца. Я научился их разбивать. Не-не-не, уходи, уходи, ты все испортишь. Женщина всегда все портит. Уходи, не трогай, это мое. Я сделал крем или что-то сделал. У меня что-то начало получаться. Ты все свалила. Так, крэк, не тот крэк, о котором вы подумали. Замиксуйте. Так, у тебя проблема, ладно, она замиксовывает. Да, а потом залить в кастрюлю. Как же... Что ты сделала? Что это? Что ты сделала? Что это такое? А, кажется, это то, что надо. Ладно, она просто взяла, перевернула миску и все вывалила. И смотрела на меня печальными глазами. Так, я понял, все. Отдай ложку. Отдай. Ладно, возьми, оставь себе это. Иди погуляй, свежим воздухом подыши. Вон лошадка, видишь? Смотри, лошадка. Иди погладь лошадку. Что, она пришла, да? Она за мной. Теперь она на шее у меня висит. Прекрати это делать! Мне не нравится. Перестань. Она просто залезла ко мне на шею. Не знаю, может быть, она пыталась меня задушить. Пока я отвернулся. Так, хорошо. Я все собрал? Заливаем воду. Залили. Да черт возьми, опять я заставил подойти сюда. Залили и дропнули фрукты в воду. Она все таскается с уточкой. Положи уточку. Уточке не место на кухне. Надо помыть, кстати. Вы сами знаете, COVID-19. Мы явно какие-то печенья делаем. Оп-оп-оп-оп. Кажется, проткнул себе палец. Наверное, еще не готово. Не знаю, похоже, так и надо было делать. Так, хорошо, у нас есть вторая попытка. Опа, зеленые жижи, смотрите. А я еще персик добавлю. Опа, потемнее жижи. Так, а что теперь жижи делать? Давайте на всякий случай перемешаем. А, на печеньке теперь. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Слёрн. Слёрнчик. Да не порть все. Ладно, давайте одну печеньку попробуем. Да, похоже, и так сойдет. Великолепно. Мы не умрем с голода. Смотри, смотри. Классно. Это я сделал. Если бы ты еще не мешала, было бы намного лучше. Да брось ты это. Нормально. Бате не больно. Он у нас пор... И не такое дело. Все, иди спать. На, уточка. Я не знаю, как заставлять ее брать предметы. Она не хочет. Непослушная. С ложкой в руках я как-то заставлял ее работать, но вот спать теперь не могу. Ты заслужила это наказание. Ладно, дай вот. Слушайте, а, нет, все нормально. О, вот сейчас сработал, не знаю как. Она сразу же заползла, наконец-то. Салфач. Именно так я и выгляжу. Призрак. У девочки с шизофренией.
ее воображаемый друг. Спокойной ночи. Сейчас затушу свет. Нелегка родительская доля. Кушать подано. Блин, я как будто на Диком Западе. Хочу симулятор жизни на Диком Западе. Вот так вот готовить еду. А потом охотиться на головорезов. Молодая Чан или Тян. Просыпаемся. Утро доброе. Сейчас я ее разбужу. Как раньше учили ребят ложкой по лбу или линейкой в школе. С добрым утром! Подъем! Что-то спит как убитая, не убил ли я ее? Алло, гараж? Встаем. Честно говоря, она не дышит, по-моему. О, она позу сменила. Наконец-то. Добрым утром. Подъем. Бери панаму. Как сказать, чтобы она взяла предмет какой-нибудь? Я не уверен, что это так работает. Ладно, она тебе нахрен не нужна. Погнали на лошади скакать. Мне кажется, лошадь нужно покормить. Если она живая. Лошадь. Вставай давай. О, молодец, молодец. Жеребец настоящий. Так, а теперь... Вылезаем. Ты села? У меня тут креслица специально для таких вещей. Ну вот, поехали. Вперед. Вперед, лошадь. Ты знаешь, как управлять лошадью? Алло, просыпаемся. Уже утро. Ну, лошадка. Пожалуйста. Смешно, а мне не очень. Потому что я не умею... А, все, кажется. Так, а ну газку. Прекрасная прогулка. Так, ну за продуктами, я полагаю. Навыки приобретены буквально за секунду. Я теперь мастер. Доверьтесь мне. Все, галопом поскакала. Вперед, плотва. Так, вылетаем к озеру. Ты живая? Ой-ой-ой, вот это вот полноценный галоп. Лошадь, как в Скайриме. Залетать готова на скалу любую. Стой! Тормози. Я не уверен, что здесь есть магазин, честно говоря. Я не уверен, что люди живые еще есть. Мне кажется, все мертвы. Это постапокалипсис. Слушайте, по-моему, я отлетаю все дальше и дальше. Меня сносит ветром. Это инерция. С ней шутки плохи. Ну все, мы, кажется, не вернемся никогда домой. Стой, лошадь, стой! Я чуть ее не утопил. Больше в этих песчаных просторах ничего нет. Все в порядке? Просто надо крепче держаться. Я уже думал, лошадь меня скинула, как в Red Dead Redemption. Так, ладно, стой, 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 стой. Тихо. Изи бой. Герл. Что-то она не хочет останавливаться больше. Она больше меня не слушается. Она только поскакала еще сильнее. О, все, кажется, замедлила ход. Так, я хотел бы карту открыть. Мэп. Где, как вы думаете? Здесь никакого бензина. Никакого двигателя. Только единение с природой. Мой конь, мой верный друг. И никакие расходники не нужны, кроме пищи.
Это было больно, скорее всего. Я вижу там забор какой-то. Все, конь. Конь отказывается идти дальше. Ему, похоже, было больно. Ладно, пешком дойду. И, честно говоря, уже закат. Знаете эти истории, когда пьяный батя решил искупаться? Нырнул и не вынырнул. Эта история похожая.